Так, добрый вечер. Всех приветствую. У нас вебинар 22 августа. Будем обсуждать текущую ситуацию. Макроданных на этой неделе не так много, поэтому сосредоточимся на тех вещах, которые хоть как-то влияют на рынок, даже если это технический анализ. Представлюсь, я Фред, трейдер, управляющий активами, торгую на рынках опционов в основном. Большей частью опционы на акции, опционы на фьючерсы, на валюты, практически на всех инструментах, на которых вы торгуете, ну, кроме кроссов, может быть, кросс-курсов, я точно так же торгую, может быть, немножко в другой форме. Веду тренинги, вебинары, и вот у нас с Адмиралом сотрудничество вот в такой форме, в форме приглашения меня как эксперта на вебинары и на другого вида мероприятия. Организатор Admiral Markets, вот офис в Лондоне, в Таллине регулируемая компания, причем лицензия FSA, это самая строгая лицензия из Великобритании, строже просто некуда, ну, может, только в Америке строже. И вот контакты, пишите, спрашивайте, задавайте, очень быстро отвечают на вопросы, там целый отдел сидит, так что любые ваши проблемы будут рассмотрены оперативно. И предупреждение о рисках, которые я должен показать, потому что регуляторы требуют, и это очень важно. Маржинальная торговля использует плечо, как вы знаете, а плечо дает повышенные риски, хотя вы и без меня это знали. Итак, начнем. Переключимся сразу, сразу не получится, у нас постоянно здесь спрашивают разрешение, плагин скачать, еще что-то. Переключимся на MetaTrader. На этой неделе у меня было много сделок, много было активов, которые вели себя интересно. Неважно, через какие инструменты торговал, но вот о них и поговорим. И немного я бы хотел со временем, вот сегодня я начну это делать, перемещаться в сторону диалога большей частью. А то все время я говорю и даже не спрашиваю, как у трейдеров дела, чем они торгуют, какие у них идеи и так далее. Вот решил сегодня исправить эту ошибку с сегодняшнего дня, а не просто сегодня. Так, евро у нас ничего интересного не дает. Да, кстати, вопросы пишите сразу же оперативно, я буду отвечать, не будем ждать конца вебинара, а сразу можете спрашивать, задавать вопросы. Надеюсь, вы видите MetaTrader. Да, он включен, вот он, курс евро-USD открыт, напишите, если видите, и хорошо ли меня слышно, ну, должно быть вроде хорошо, жду ваши ответы, да, вот Дмитрий написал, окей, тогда переходим сразу к графикам, ничего интересного по евро я не вижу, консолидация, уже которую неделю стоим на месте, ни вверх, ни вниз, и до уровня 1.17 дошли, но пробить его вниз серьезно не смогли. Точнее, было 4 попытки закрыться ниже, не смогли. Наверное, следующий уровень примерно там 16.40, 16.30, где мы встретим линию поддержки. Может, даже его быстро пробьем, но все, скорее, зависит от каких-то данных, от настроения рынка. Пока ничего нет, никаких драйверов нет, и хороший трейдер в такой ситуации не торгует. Хотя, конечно, зависит от трейдера, опционщик, например, наоборот, будет покупать колы и путы. Но, опять же, если консолидация, коррекция, даже не коррекция, а консолидация в узком диапазоне продлится долго, он потеряет эти деньги. Часто многие думают, что опцион – это спасение, решение всех проблем, но нет, там тоже есть свои подводные камни. И, в общем-то, это не Эльдорадо, не Святой Грааль, а всего лишь немножко другой инструмент. Хоть и более удобный, динамичный, с другими возможностями. Но вот бывает и так, что трейдер думал, что пробьем, раз уж мы долго в узком диапазоне, относительно узком, закупается страховками вверх, страховками вниз, а он продолжает колебаться в узком диапазоне и не пробивает ни то, ни другое. И деньги на ветер, причем сразу две премии, а это может быть по 200 пунктов, по 150 пунктов, то есть 300 пунктов. Это то же самое, что и трейдер на активе, на спот-рынке, на Форексе поставил стоп-лосс 300 пунктов. То же самое, да, потерять на покупке премии вверх 150 пунктов, на покупке вниз цена ни туда, ни сюда не уходит, и вот это равнозначно, равносильно тому, если вы не угадали рынок и поставили стоп-лосс, там, огромный 300 пунктов. Окей, что у нас еще? Кстати, у нас вот нормализовалась торговля, парный трейдинг пока сильно ничего не дал нам. Точнее, часть позиций закрылась, 2000,
чем-то уже зафиксировал и немножечко уходим в минус. Я что заметил в парном трейдинге между Dow Jones, ну это для тех, кто был на курсе, ну и для тех, кто не был, а будет, у нас еще один будет по парному трейдингу курс. Что я заметил, может, в прошлый раз я говорил об этом, при падении Dow падает, естественно, этого стоило ожидать, медленнее, чем S&P, ну потому что Dow Jones это более серьезный индекс, там всего 30 компаний, гигантов, им так вот быстро упасть не так легко, как, скажем, S&P или даже NASDAQ. NASDAQ проще упасть, там хай-тек, там 100 компаний из хай-тека, если мы говорим об индексе NQ100, а если говорим о вот просто NASDAQ индексе, то там 3000 акций. Так вот, при падении рынка, скорее всего, стоит заходить в расширение спреда. То есть, если вы считаете, что рынок больше сильно особо не упадет, то именно в этот момент нужно заходить в покупку, нет, точнее, в продажу Dow и в покупку S&P. Потому что Dow не так сильно упал, он выше, S&P сильнее упал на падении, на коррекции, да, все начали продавать. И самое время воспользоваться перепроданностью S&P 500 и недокупленностью, и не перепроданностью, и перекупленностью Dow. Точнее, он не перекуплен, он просто недопродан, да, так скажем. И наоборот, на росте S&P сильнее отыгрывает эти потери, и вы фиксируете прибыль. То есть вот такая простая стратегия, и удалось, ну как, значит, удалось, все очень просто было, раскусить направление, где что как влияет. Помимо того, что я в ThinkOrSwim уже строил эту визуализацию, да, помимо визуализации удалось примерно понять, в каких ситуациях что происходит. Ну и все, я думаю, что осведомлен, значит, вооружен, можно в дальнейшем аккуратненько в моменты обвала начинать строить эту стратегию Dow Sell S&P Buy равнозначных объемах. Ну, это уже на курсах я показываю, рассказываю, как это делается. И если падение продолжается, то вы добавляетесь. То есть вы изначально не открываетесь на всю сумму, а открываетесь на треть, на половину, и вы добавляетесь, и наоборот, на развороте частично начинаете закрывать. То, что открыли в самом начале, может быть, еще в плюс не вышло, а вот в конце то, что вы открыли, возможно, поймали дно, а вы начинаете продавать. Вот так, в двух словах, я просто обещал, что на семинарах буду показывать, что происходит с нашим счетом. Мы на Дели его открывали, так что у нас, сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Мы его на Дели открывали, так что у нас срок, да, период ожидания достаточно большим может быть. Это не внутридневная была стратегия, мы даже говорили об этом, что это Дели. Вот. И я вас приглашаю на следующий курс. Он бесплатный, только там депозит какой-то надо зачислить. Потом, кстати, можете снять, а можете оставить его и использовать в качестве, да, суммы для проверки этой стратегии. Я сам, честно говоря, серьезно стал заниматься этой стратегией. Давно не занимался парным трейдингом и даже маркет-нейтральной стратегией давно не занимался, которая немножко такой более обобщенный вид парного трейдинга. И вот все, что происходит сейчас на нашем спреде Dow S&P, мне начинает нравиться, начинаю понимать. Основной критерий для меня это хоть как-то понимать, что происходит. И вот я стал понимать, что происходит. Прошло уже, наверное, 2 августа был курс, да, 20 дней. И вот за 20 дней отслеживания движений туда-сюда можно было примерно догадаться, какие процессы влияют на расширение спреда, какие влияют на снижение. Ну и вообще у нас есть визуализация в программе, да, мы не обязаны понимать все процессы, точнее хорошо бы это делать, но не обязаны для стратегии. Есть график на специальной программе в ТОСе, и он показывает, что где делать. Вот я и делаю. И все. Часть позиций, как я говорил, закрыл, часть оставил, но мы пока в плюс не вышли. Так, идем дальше. Когда будет курс, я не знаю, это Роман знает, наверное, в сентябре. По фунту, вот у нас интересная ситуация по фунту. Мы вот на этой линии, я говорил, что неплохие попытки были бы купить. Сильно нам не дали заработать каких-то там 10, 20, 30 пунктов, если не меньше. И курс пробил эту отметку и дошел до того уровня, где поддержка куда более серьезная. Сейчас я убежусь, что вы видите MetaTrader, да, видите. Куда более серьезная. Знаете, что завтра ВВП, среда ВВП в Великобритании,
достаточно важные данные наряду с инфляцией, наряду с, что есть там, со ставкой, конечно же. И эти данные могут очень сильно повлиять. Что ожидают рынки? Мы, конечно, об этом говорили. Точнее, у нас видео каждый раз записывается в понедельник. Если кто смотрит в YouTube, он тоже есть. Давайте посмотрим в календаре Admiral Markets, что, чего ждет рынок. Вот с любого сайта Admiral Markets на любом языке можно зайти, выбрать Tuesday, Friday. Здесь, вот он уже открылся. Открылся только Tuesday. Мы поставили еще и Friday. Обновим. Пока не нажмете обновление, он не будет меняться. Wednesday, вот у нас Wednesday, пятилетние облигации 0,76, окей. Подождите, это четверг же тогда? Нет, это четверг, я наврал, это не среда, это четверг, послезавтра. Плохо, конечно, еще два дня ждать, потому что он может ложно пробить, и у кого стояли ордера, у кого там покупки, могут по стопу уйти, а потом кто знает, какой выйдет ВВП. Но, окей, что делать? Испанский ВВП сначала выйдет в 8 утра, через полтора часа британский. Вот видите, испанский ВВП уже 3,1%. Потом не говорите, почему Марио Драги идет на повышение ставки. 3,1 ВВП в Испании, но Великобританию не трогаем. Давайте посмотрим, по Европе было еще у нас ВВП на этой неделе или будет ли? Так, Драги выступает завтра утром, не знаю, в честь чего выступления, но бывает часто на конференциях или еще где-то. ВВП нет, не было, пока не было. Будет ли в четверг, в пятницу, помимо испанского, что-либо еще? Хороший перевод тут написали, соискатели всего. Посмотрите, французский какой-то индикатор, соискатели всего. Искатели с чего? Приключений, может быть, 3483 во Франции соискателей всего было в прошлый раз. Не знаю, сколько будет в этот раз. Но это неточность перевода. Пособие по безработице претензий. Ну точно, это Google перевод. Точнее, это не Адмирал жена, это они покупают агрегатор, и он автоматом вставляет название. И вот получается соискатели всего. Ну и ладно. Так, пятница, нет, в четверг мы закончили, да, четверг закончили, пятница, кстати, вот пятилетние ТИПС, это такие облигации, которые с инфляцией, как бы откорректированы на инфляцию, они, какая будет инфляция, они будут учитывать эту инфляцию, 0,12,5 в год, да, видите, какие низкие по ним, то есть, видимо, поверх инфляции, я так понимаю. Так, пятница у нас ВВП есть по Германии. Да, вот еще ВВП по Германии 2,1. Значит, что получается? Испания 3,1, Германия 2,1. Ну, достаточно высоко уже, чтобы Драги начал думать о повышении ставки. Думаю, до конца года. Вот опять Драги выступает в конце недели вечером. Джанет Йеллен выступает. Много будет выступлений. Симпозиум в Джексон-Холле будет. Так, по макро, может быть, не самая интересная неделя, а по выступлениям есть кого послушать, и в любой момент может рынок какие-то месседжи, намеки понять, принять какие-то слова за месседжи. Вернемся к фунту. 1,7. Если мы видим цифру выше 1,7, значительно выше, или даже 2, мне кажется, у фунта нет шансов остаться на этих уровнях или даже не вернуться куда-то выше линии, которую он пробил совсем недавно. Вот давайте на графике посмотрим. Да, вот этой линии, мне кажется, нет шансов. Если ВВП будет слабым, ну что ж, можно списать на последствия Brexit потихонечку, можно списать на какие-то, может быть, временные сезонные факторы, но, возможно, фунт все-таки пробьет. Что бы не помешал, на самом деле, даже если он ложно будет пробить. В любой момент можно снова закупиться при пробитии обратно вверх. Вот как вот здесь было. Пробили, стоп вас уберег от лишних там 200 пунктов падения. А потом, когда мы зашли уже за линию поддержки, можно снова купить. Даже нам дали еще раз шанс закупиться. Так что можно и в этот раз так делать. Все равно ставьте стоп в любом случае. Иначе вот какая-то алготорговля, как было в октябре 16-го, унесет курс так сильно вниз, что придется жалеть. Что с фунтом? Ну, значит, опять же договорились, хорошие покупки выглядят здесь, рискуем только тем, что ВВП выйдет слабым,
рискуем только тем, что усиление доллара опять начнется и против евро, и против фунта. Ну а если наоборот, ВВП выйдет хорошим, то самое время брать, самое время покупать на этой сильной поддержке. С другой стороны, вот эта линия восходящая, она все-таки достаточно серьезная, чтобы ближайшая линия поддержки, как бы оказала сильное сопротивление, сильную поддержку, точнее. Все-таки мы пробили вот этот вот тренд. Вот почему я говорю, обязательно ставьте стоп-лосс. Не думайте, что если у меня эта линия жирно нарисована, то это решение всех проблем. Хотя, да, опять же, раз увидели ее, два, три, несколько дней, четыре, пять, тут была консолидация, шесть, я не знаю, может быть, в истории, вот, несколько раз еще видели, сейчас я сожму график, вот тут опять этой линии касались. Да, она важная, но пробой, линии тренда тоже может играть какую-то роль. Ну и вообще ждем ВВП, да. Так, что у нас еще? Я посмотрю, что в чате происходит. Так, Михаил пишет, что сходка в Штатах банкиров. Я, конечно, не в курсе был. Если, Михаил, знаете что-то больше об этом. Вы имели в виду то, что Джексон Уилл. Окей. Я не так понял. Драги во сколько завтра? Давайте посмотрим, во сколько завтра Драги. Что нам показывает календарь? Он нам говорит, что по Лондону, давайте пересчитаем время. Ирина, вы откуда? Москва или Киев? Напишите, я как раз по вашему. Хотя одинаковое время, что я тут спрашиваю. Одинаковое время. Ну, допустим, Киев. И смотрим Драги, Драги, Драги. Завтра 10:00. И Таллин, и Рига, и Киев, и Москва. Все одинаково. 10:00. Речь главы ЕЦБ Драги. Не знаю, Bloomberg будет показывать. У вас Москва. Ну, время одинаковое. Не знаю, будет показывать Bloomberg или нет. Будет ли писать выжатые, да, тезисы. Не уверен. Ну, на пресс-конференции они показывают все время обязательно. Или часть выступления, или все выступление. Но вот здесь не запланировано, не знаю даже, что это за выступление, в честь чего. Так что придется только ловить где-то. Вот в MetaTrader внизу есть новости, можно там смотреть на новостных порталах каких-то. Но мы вернемся к нашим графикам. А вот по газу я сегодня торговал, вчера, сегодня четвертый колы продал, ставил на то, что выше 4 не уйдем, и 3.5 захеджировался. Не на всех портфелях клиентских, на некоторых смог, на некоторых пока не стал. Ну и хорошо, газ развернулся вниз, ставил ордера. Вот, кстати, об ордерах. Неважно, на каких инструментах вы это делаете, я люблю обычно ордера. Вот если бы я вчера, например, продавал этот кол, он стоил 33-32, и сейчас он стоит 31-32. Я поставил ордер то ли 35, то ли 36, ну неважно чего, но выше поставил ордер, дороже продать. И действительно, вот пока я спал, рынок ушел, ордер мой сработал, и рынок развернулся. Вот идеально. А так бы, если бы я по рынку вчера продал, я бы сейчас был бы по нулям. А я уже в плюсе, потому что по 36, наверное, не помню точно, продал, а сейчас 31-32 этот колл стоит. Так что вот так. И вам же советую все время или чаще, или намного чаще. Хотя что я тут лукавить не буду. Наверное, все время хороший термин для этого. Действительно, чаще или даже всегда покупайте или продавайте по отложенным ордерам. Потому что market order, рыночный ордер, это ставка на то, что сейчас идеальная цена. А вероятность того, что именно сейчас идеальная цена, она не так высока. Ну, с чего вы взяли, что вот именно сейчас 19.57, ну, у меня время, 19.57 лучшее время для покупки чего-либо. Вот не 20.40, не 23.16 ночью, не утро, именно сейчас. Вероятность того, что цена будет еще лучше, она все-таки выше, чем то, что это самое лучшее время для покупки и больше никогда не будет лучше. А вот почему просто лучше поставить чуть лучше, сэкономите, то есть ордер на более лучшую цену, чуть лучшую цену, сэкономите немного денег, потому что одно дело, допустим, покупать по 1.17, другое дело покупать по 1.16.40, например, да, 60 пунктов сэкономили. А потому что если вы купите по 1.17, все равно при уходе вниз вы будете терять. Вас же не спасет то, что вы сейчас купили, наоборот, на 60 пунктов хуже будет. Так что для меня торговля это нечто такое. Я ставлю
Отложенный ордер. Сижу, жду, сработает отлично. Нет, нет. Если у вас много инструментов для отслеживания, несколько ордеров можете поставить. Главное контролировать, чтобы они все одновременно не сработали. Или же, если у вас есть возможность торговать по ним одновременно, то неплохо. Просто иногда бывает, что одни ордера срабатывают, а уже маржи нет, или ее очень мало, или не стоит больше заходить в другие позиции по другим, их стоит отменить, а вдруг все сразу сработают, да? Но лучше ставить так, чтобы у вас была все-таки возможность держать прям все-все-все позиции. Так вот, ставьте ордера отложенные, ждите, пока рынок дойдет, клюнет до вашей цены, до вашей позиции. А нет, так нет, не обязательно именно по этому активу, по другим может сработать. Они сработают не по одному, ну и бог с ними, судьба. Хорошо, вопрос от Алекс Трейдера. Разворотными паттерн пользуешься, с ними можно только по рынку работать. Ну, то есть, например, голова и плечи, да, разворотная фигура. Да, я очень люблю голову и плечи фигуру. Она, наверное, одна из самых классических, самых хорошо работающих. Ну, редко бывает, что она не срабатывает. И то в этих случаях говорят, заходите не прямо после пробоя, 20 часов. а от касания. Вот если голова и плечи пробили линию шеи, ушли ниже, вы не успели зайти или не захотели, испугались, думали, со второго раза зайду. Действительно, он не дошел сильно вниз, развернулся к этой линии шеи, и оттуда вы хотите зайти, то там можно смело ставить limit order, sell limit со стопом выше линии. То есть есть ориентир, линия шеи, под ней продаем с целью, что уйдем сильно вниз, а выше нее ставим стоп-лосс. Да, в общем, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что очень люблю разворотные. Также люблю флаги, флаг, голова и плечи. Что еще там есть такое интересное? Ну, вот эти две мне больше нравятся, они сильно работают. Так, хорошо, вернемся к нашим инструментам. Вот по газу снова мы в треугольнике. Кстати, опять, если мы будем внутри находиться, пробой в ту или иную сторону очень даже может неплохо сработать на усилении, на волатильность повысится, будет сильный пробой, возможно. Кстати, тут голова и плечи вырисовываются, смотрите, плечо, перевернутая голова и плечи. Плечо, голова, плечо, может быть, еще одно нарисует плечо. И вот эта вот шея, она может быть кривой, не обязательно ей быть ровной, горизонтальной. И пробой уходим куда-нибудь на 3.24. Видите, я четвертый колл продал. Это так далеко, в ноябре истекает, правда, не так быстро. Это так далеко, что даже если это локальная голова и плечи сформируются, то обычно же говорят, уходим на величину головы. То вот величина головы это максимум 3.25. У меня хедж только начинается от 3.5. То есть я начну зарабатывать выше 3.5, и мне уже принесли деньги четвертые колы. То есть это очень далеко. Но вы знаете, газ, вот что творит газ. Он здесь так сильно уходил, что чуть не дошел до 4. А если кто помнит, ну, у нас графики нет, если кто помнит 5-летней давности, по-моему, или 3-летней давности график, там вообще до 6 доходили. У многих разорвало просто по маржин колам. Так, окей, Зара тупит на месте после терактов в Испании с гэпом небольшим, конечно, открылись вниз, сейчас попытались восстановиться. Очень вялый рынок, нет драйверов, чтобы идти вверх. Посмотрим, может, Драги завтра уверенности внушит рынком. И мои колы в сентябре истекут, вот 34.70, по-моему, или 35.70, или 36.70 даже. Где-то вот здесь, наверное, уже деньги на ветер не сработают. Вот вам и опционные стратегии. Но это не стратегия, это просто лото. Так, Боинг опять же делать нечего, ровно как евро стоит где-то наверху и не падает ничего. Дисней, говорили, коснулся этой линии. Вот я бы брал на самом деле, я бы брал небольшой есть стоп, такой небольшой стоп, что прям идеально, доллар-полтора стоп и возможность уйти там на 10 долларов, может даже больше. Что еще у нас есть из интересного? Так, индекс у нас, вся Европа рисует одинаковую картинку, практически одинаковую. Сейчас мы и к вопросам Григория вернемся, и Михаила. Все, и Франция, и BEX, BMW, Daimler вроде стихли эти скандалы. Snapchat. Вот вроде нашел дно, оттолкнулся надолго ли? Посмотрим,
Следующий отчет еще не скоро, конечно. И, наконец, золото. Мне кажется, все-таки уже сильно ждать падения золота, как я вот раньше был медведем, уже, наверное, не стоит. Хотя бы потому, что рисков всяких драйверов в пользу роста, ну, прибавилось достаточно много их уже, чтобы влиять на цены на золото. Ну, во-первых, доллар падающий уже долгое время. Не знаю, сможем ли мы с этих вот уровней развернуться и снова взять курс на усиление доллара. Или это все-таки тренд краткосрочный, среднесрочный. Все эти теракты, ну, хоть и в последнюю очередь, Трамп и все, что с этим связано. Северная Корея, буквально недавно был такой, мягко говоря, риск для всего человечества. Так что драйверов много и вполне вероятно, что золото отыграет, уже частично отыграло и продолжит отыгрывать эти события, эти драйверы, ведущие к росту. Плюс еще ФРС не спешит что-либо делать, повышать ставку в долларовой зоне. И мы можем получить при любом нагнетении, при любой эскалации, ситуации можем увидеть и 1370, и даже 1400. Так что я уже не медведь по золоту, и вот эти вот weekly паттерны нам говорят как раз об обратном. А я даже удивлен, почему золото все еще на отметке там 1285. А если будет уход вниз, можно будет покупать с небольшим стопом. Тут такие уровни хорошие, что есть куда стоп ставить. До этого, я помню, вебинар был у нас весной или даже зимой. Я говорил, что золото в очень узких рамках движется, что не реагирует ни на что, не коррелирует ни с чем. Лучше краткосрочно работать. Пробили, немного взяли и вышли. А то сейчас то же самое рекомендую, только уже с чуть большим тейк-профитом и с направленностью вверх, а не вниз. Так, окей, что у нас еще? Ну и нефть, наконец-таки. Видите, все как швейцарские часы, прямо пункт в пункт работает. Мы говорили в прошлый раз, во вторник, что хорошо бы, вот здесь мы где-то были, хорошо бы от уровня 1.48, не 1.48, 48, 48.50, когда мы увидим вот эту линию, вот эту, там продавать для тех, кто не успел зайти. И действительно, очень сильный был всплеск, мы коснулись ровно трендовой линии. Даже многие линии можно просто убрать, чтобы они не мешали, и оставить только то, что работает и хорошо работает визуально. Вот некоторые линии можно сделать, ну, к примеру, я удалил, нет, секундочку, я хотел всего лишь поменять толщину линии properties и сделать ее так, чтобы она была не столь значимой, не была видна так хорошо, а то, что очень хорошо работает, наоборот, увеличить толщину и чтобы было понятно, что это работающий паттерн, работающая там фигура, линия и так далее. Видите, сколько раз мы касались, попытались еще раз зайти. Можно тут немножечко отогнать как-то вот так. Все-таки рынок не совсем швейцарские часы, иногда дает промахи, нервы, паника и все такое. Двойная вершина, тоже эту линию можно выделить жирной, потому что, да, работает. Ну и все остальное так себе. Но в любом случае, все эти линии, от них можно было и продавать, и покупать. Очень, видите, я на H4 перешел, хотя люблю дейли, но тут ничего не поделаешь. На дейли совсем уж была неинтересная игра. Даже сейчас, если мы хоть куда-то ушли, до этого колебались вверх-вниз. Несколько дней было подряд, а вверх-вниз, просто рынок не мог определиться. Поэтому я перешел на H4, но ниже лучше, конечно, не переходить. Что можем сказать? Завтра среда, да, запасы, и посмотрим, что будет с запасами. Кстати, хотел бы, я забыл посмотреть, что по запасам с точки зрения ожиданий. Wednesday у нас США, ставка, индекс, композитный индекс, продажи, запасы бензина, запасы сырой нефти. Почти 9 миллионов было в прошлый раз, и, к сожалению, прогноза сейчас нет.
Адмирал ставил раньше, ну, то есть из агрегатора, откуда он брал данные, все время были запасы, в этот раз почему-то нет. Ну, завтра еще посмотрим, может, к началу дня будут данные, ведь здесь не везде есть ожидания. Ну, на брифинге тоже ничего, скорее всего, не удастся. Сейчас я переключу. На брифинге тоже, скорее всего, не получится найти. Они никогда не ставят ожидания. Вот минус 9 было почти в прошлый раз. В этот раз, если зайти в календари, экономик, листинг, газ, крут. Да, нету, not available, not applicable, непонятно. Никто не знает, в общем, какие ждать запасы. Если кто-то знает, где смотреть, то напишите или посмотрите, скажите. 3,45, да, ждут, а минуса, наверное, снижение. Где вы посмотрели, Съезхан, скажите нам, пожалуйста, тоже ресурс. Ну, много где, конечно, можно найти, просто чтобы мы сейчас не копались. Я-то на Блумберге все время смотрю, а сейчас прямо вот сразу ресурс какой-либо найти не смогу. А, на инвестинге, да, есть, окей. 3,45 ждут снижения. Посмотрим, что будет. Такой прогноз, что ни туда, ни сюда. То есть, если бы ждали очень большого снижения и цифры были бы более скромные, то мы бы говорили о снижении. Но вот минус 3 ни туда, ни сюда. Вроде и мало, вроде и после минус 9. Опять же, давайте Baker and Hughes посмотрим. У нас же неделя недавно была. Неделя закончилась и новая статистика. Ах, вот тут снижение впервые за несколько недель. На 5 вышек американцы снизили, если вам видно на экране. Канада 6 вышек, американцы 5 вышек. А давно такого не было, кстати, чтобы снижение вышек было сразу вот так на 5. Было на 1, на 2 и то с перерывами там 20 недель роста и 1 неделя снижения. А вот тут сразу на 5, причем с Канадой параллельно 5 вышек в США, 6 вышек в Канаде. В общем-то, существенное снижение на фоне роста постоянного. Михаил, USD GPI, к сожалению, я не отслеживаю, но давайте посмотрим, что происходит. Даже не знаю, мне открыт график или нет. Нет, нужно график открывать. Давайте откроем. Так. USD GPI. Что тут можно сказать? Хотя, конечно же, без привязки к каким-либо событиям, без отслеживания не стоит что-либо говорить. Что я вижу только с точки зрения вот теханализа? Скажу, что я вижу очень сильную поддержку увидели. Там 108 с чем-то. Да, 108 с копейками, может даже 108. Очень сильную. Напоминает такой флажок. Вот не знаю, развернулись или нет, по крайней мере, хорошая точка для входа. Если по фунту пробиваем вниз, по евро находим, нащупываем коррекцию, то стоп-лосс тут вообще копеечный, очень, очень интересное место для входа. А нет, так нет, в общем-то пробьет не сильно. Ну, не знаю на самом деле, это разворот нового тренда или нет. Вроде и двойное дно может быть, если совсем таймфрейм уменьшить, то очень даже похоже на двойное дно. Вот здесь два раза. Очень часто бывает так, что рынок показывает рост, потом неуверенно падает и уже убедившись, что это дно нащупывает и растет. Хорошо было даже чуть ниже зайти, но 40 пунктов туда-сюда погоды не делают. Или подождите, может быть, дадут еще раз зайти там на 10-20 пунктов ниже. Или сразу берите. Лучше объем уменьшить, сразу взять, а второй ордер поставить отложенный. Ну да, очень похоже на то, что вроде какие-то 100-200 пунктов можно уйти вверх. А что у нас еще? Что у нас еще? Ну, Microsoft ни о чем. Давайте я быстренько. Да, индексы сегодня растут. Вы видите, пробой был. Секунду, я вернусь в MetaTrader. А, не видно было. Секунду, тогда возвращаемся. Возвращаемся. Я тут показывал, вот что линия поддержки достаточно хорошая. Несколько раз коснулись ее, а тут еще локально двойное дно. Ну, если можно назвать двойным дном, очень часто бывает, что на 4-часовых это лучше видно. Рынок показывает разворот тренда краткосрочного, а потом, чтобы убедиться,
медведи пытаются показать свою силу, но им это не удается. Вот похоже, что такой период сейчас и настал. А если графически вот лучше линию вот этого снизу. Да, мы уже пробили, кстати, мы уже пробили. Один раз пробили, потом вернулись, еще раз пробили. Ну, что я могу сказать? Стоп-лосс хороший, близкий, так что можно заходить. Да, нет, нет. Ну, как бы тут у меня позиция в трейдинге всегда такая. Я не ищу, где я прав. Я не ищу ситуации, чтобы я действительно угадывал все время, да, ну, говоря, был прав. Мне все равно, прав или нет. Главное, чтобы ошибки не отнимали у меня много, а моменты, где я угадал, приносили, ну, достаточно неплохо. Так, окей, значит, что я сделал, шел дальше. Да, у нас S&P, основной индикатор, барометр вообще всего и вся, рынка, экономики, пробили, как и говорили, что часто откупают, вообще все откупают, все, что стоит дешево. За выходные никакого негатива не прибавилось, и в понедельник рынок решил откупиться. Ну, такой слабый, наверное, сегодня день. Как это увидеть? Можно зайти вот сюда, на Finviz, и посмотреть, какие сегодня объемы. Объемы сегодня чуть выше половины. Видите, вот здесь S&P, относительный объем, чуть выше половины. Поэтому этот рост, ну, не такой серьезный, как хотелось бы, не стоит так сильно обращать на него внимание. Все же это, конечно же, рост. Посмотрим, что будет завтра. Если объемы увеличатся и снова пойдут покупки, мы зайдем обратно в этот канал, это другое дело. Если будем колебаться, а потом еще на большом объеме снизимся, то это уже история совсем другая. Посмотрим, что будет. Медведи могут прямо сейчас заходить в шорты, поставив стоп-лосс, наверное, чуть выше вот этого уровня, или даже на максимум можно поставить стоп. Ну что там, 50 пунктов, 2500, если это абсолютно исторический максимум, то сейчас 2447. Вот отсюда продать и искать какого-нибудь пробоя вниз. Это для тех, кто давным-давно уже ждет пробоя вниз. Я тоже жду, но не так прям активно жду, потому что, ну, все откупают в последнее время. И если оно случится, то я не удивлюсь, как раз буду рад. То есть я скорее медведь, чем бык, но не такой прям ярый. Есть на рынке, снова сформировалась целая каста людей, которые считают, что все очень плохо, мировая экономика и так далее. На самом деле это все не очень сильно коррелирует. В мировой экономике все может быть очень хорошо, и рынки наконец-то развернутся за несколько месяцев до того, как в мировой экономике все будет плохо, или в американской. И наоборот, в мировой или американской экономике все может быть уже плохо, а рынки могут продолжать откупать дешевые акции и индексы. Так что там корреляция не сильная. У меня даже есть статистика. Ну, ладно, как-нибудь в следующий раз. Но пока 2400 не пробили, никаких медведей всерьез воспринимать, наверное, не стоит. Вот. Краткосрочно можно отыграться сюда, здесь выйти половиной или большей частью объема, и после пробоя дождаться и выйти остальной частью объема, если это случится. Ну, в последнее время просто откупают все абсолютно. Так, это у нас был парный трейдинг JP Morgan против Банка Америки. Apple тоже ничего интересного не рисует. Евро было, фунт был. Ну да, собственно, все. Мы прошлись по всему спектру. Я теперь вернусь в наш чат. И если у вас есть какие-то идеи, вопросы, вот Григорий пишет, фунт доллар ожидают к четвергу 1.2683. Ваше мнение? Сейчас посмотрим. 1.2683. 3. 1.2683. А, вы все-таки ждете пробоя вниз очень сильно. Ну, давайте посмотрим следующий уровень, какой здесь можно отрисовать. Наверное, вот этот, что ли, какой-то, да? 1.2630, ну, где-то там. Я бы тоже брал, если бы фунт упал сюда. Если, конечно, в четверг ВВП не будет очень ужасным, прям настолько ужасным, что о повышении ставки даже речи не заходило в ближайшие несколько месяцев, в пределах ожиданий, чуть выше, желательно выше, то любой пробой фунта я бы откупал достаточно, ну, не агрессивно, но откупал бы. Частью зашел бы сейчас, частью потом, ну и уже на таком стоп-лоссе вышел бы. Ну, то есть, как и в прошлый раз говорил, все-таки настроен на покупки. Но вот эта линия меня пугает, мы ее пробили, причем очень хорошо ее видели. Опять не видно, наверное. Вот, да.
Мы эту линию очень хорошо видели, прям вот вокруг нее шла торговля несколько дней, и решили, что нет, все-таки зайти обратно будет сложно. Да, я бы здесь тоже покупал, добавлялся. Но не сильно, опять-таки, все-таки краткосрочно тренд, видите, как валят, какими сильными пробоями вниз валят. Просто такие серьезные дни. Каждую неделю один день какой-то очень бычий для фунта, как минимум один день. Так что, ну, в любом случае считаю это коррекцией. Уж на 26, там 80, на 26.30, скорее всего, это действительно коррекция. Так, окей, ну опять же, ждите четверга, посмотрим, что за данные будут. Пускай я куплю поздно, на развороте, где-то там на 1.29, после хороших данных ВВП, со стоп-лоссом, на предыдущий минимум, чем я куплю в спешке, где попало до выхода данных, и потом буду сидеть в минусах. Вот это важно. Лучше после данных, более уверенно, понимая, что происходит, получив еще один шанс на то, что мы уйдем вверх. Я удивлен действительно тому, что Банк Англии уже прямо открыто намекнул на то, что повышение ставки может быть выше, или это был неправильный перевод, я не знаю, я на русском читал эту новость. Повышение ставки может быть даже выше, чем того ожидают финансовые рынки, и после этого фунт еще провалился. Вот это очень удивительно, давно таких не было разногласий, вот прям таких явных намеков, и разворот фунта совсем в другую сторону. Так, окей, у нас уже время подходит к концу. В четверг у нас тематического вебинара пока не будет, но потому что я еще тоже не совсем в таком рабочем режиме, не дома, на большую часть лета уехал отдыхать, и как бы пока таких бурного рвения, какие-то идеи на рынок выкидывать, что-то разбирать, изучать и вам рассказывать, ну, возможности нет. Но буквально, наверное, в ближайшее время, может даже уже в этом месяце проведем первый тематический вебинар по Австралии, Новой Зеландии, по экономикам тех стран. Рассмотрим кроссы, рассмотрим экономики этих стран, отчетность этих стран, макроэкономическую. Ну и там, глядишь, и новые интересные темы, идеи будут. Алекс спрашивает, маржинальные требования активов из библиотеки Синогрупп не изучал на их на ценовой. Нет. Нет, я даже близко не знаю, как это может работать. Даже скажу, больше не знаю вообще, что это такое. Маржинальные требования активов из библиотеки Citigroup. То есть как это можно использовать в торговой системе? Вот, не подозреваю. У меня просто, Алекс, работает система очень даже неплохо работает система на опционах, поэтому уж последние несколько лет точно никаких нет идей, желания придумывать что-то где-то смотреть. Вот парный трейдинг как идея для курса появилась, а вот тут у нас гость в студии был, да, каталанец, помог какие-то идеи раскрыть. Окей. Простая стратегия, много времени тратить не надо. Поюзал, рассказал, вспомнил прошлое и использую. Но какие-то очень сложные стратегии, я вообще даже не вижу в этом для себя смысла, потому что, ну, есть, работает, все прекрасно. Вот в июне, ну, у меня был новый клиент, счет на 100 тысяч, сейчас уже 105-300 за 2 месяца. Для меня это очень даже неплохая, причем доходность, причем вначале я всегда очень осторожно торгую, очень осторожно, чтобы была подушка безопасности психологически. Это касается и спот-рынка, и Форекс, и маржинального, тем более, рынка. Когда есть подушка безопасности, можно более спокойно ставить стоп-лоссы, вот на эту прибыль заработанную и рассчитывать. То есть, когда счет падает ниже номинала депозита, то уже сложно, уже психологически вы думаете, что надо отыграть этот убыток. Ну, у нас был курс по психологии торговли, я рассказывал о своем опыте, там я об этом говорил. В YouTube есть все это. А когда есть подушка безопасности, уже намного проще. Вот у нас уже 5,3% за 2 месяца, июль-август, ровно 2 месяца, мне кажется, прошло. 5,3 это 2,7, 2,65. Ровно средняя величина. Я даже иногда думаю, как так получается, что стратегия, при том, что всегда разные бумаги, всегда разные ситуации, колы, путы, где-то больше колы, где-то путов,
всегда получается очень похожая доходность, 2,6-2,8 в месяц. Вот, я ей очень доволен, и клиенты довольны, и на большом объеме это большие деньги на самом деле. Если у вас в управлении будет несколько миллионов, то спешить некуда, с этих нескольких миллионов 2,6 и оттуда пятая часть ваша, это достаточно неплохо. Олег, точнее, сначала Максим спросил, что думаете по путам на Amazon? Фундаментально слабая бумага. Знаете, Amazon уже много лет считают фундаментально слабой бумагой. Я тоже ее когда-то такой считал, но Amazon просто бумага, которая как Tesla, она может не иметь ничего вот сейчас, хотя уже она в прибыль вышла. Сейчас, секунду, я переключусь, да. Она может быть достаточно слабой внешне по показателям, по мультипликаторам, но при этом генерирует такую надежду большую на то, что она game changer и там, не знаю, в розничной торговле. Вот у меня телефон, правда, далеко, вставать надо. Есть даже... что далеко ходить-то? Есть выражение, даже Трамп говорил недавно об этом, что Amazon чуть ли не враг американского народа, из-за него закрываются ритейлеры. То есть это уже о чем-то говорит, что Amazon что-то меняет в индустрии очень сильно, и со временем это может принести большие дивиденды, барыши. Это только одно направление. Есть масса других направлений, в которых Amazon может и доставка, и логистика, и вот этот вот Blue Space, или как он называется, масса всего. Поэтому согласен с тем, что вот именно в моменте Amazon ничего интересного из себя не представляет. 1,3 маржа, 240 P-ratio, перекупленность большая. Но вот рынок уже много лет верит. Он даже верил Amazon, когда не было вообще прибыли. Сейчас-то хоть есть 2 миллиарда чистой прибыли из 150 оборота. И стоит, кстати, компания почти полтриллиона. Раньше и этого не было, и рынок все равно верил. Что теперь можно делать с путами? Можно, конечно же, да. Когда у них отчетность посмотрим? 27 июля уже было. Можно считать, что если тысячи уже, так сказать, не удержались выше 1000, 1050, может быть, действительно началась коррекция. И если на S&P, на всем рынке начнется коррекция, может, Amazon будет одним из первых, кто эту коррекцию отыграет. А я бы что делал, 950 и купил против 850-го, или 900 и купил против 800-го, так надежнее. То есть частично откупил бы эти путы, частично и зафиксировал бы свою прибыль. Ну, допустим, за эту премию отдали 10, с этой взяли там 4, ну, уже хорошо, у вас кредит дебет минус 6. Или 1-2 продали, откупили. Ну, разные есть стратегии. Если вам интересно, ко мне в скайп добавляйтесь, мы это обсудим, просто мы здесь не можем обсуждать прям все-все-все. Все-таки это адмираловский вебинар, здесь больше валюты, форекс, ну и вообще он посвящен фундаменталу, но вот мой скайп, у нас даже есть группа же там, где мы общаемся, трейдеры более свободно. Хотя трейдеры, конечно, не общаются, у меня есть другая группа опционная, вот там активно, очень активно, хотя там человек 7-8. А вот наша большая трейдерская группа, то ли все ждут, чтобы я начал там что-то писать, то ли лето, я не знаю. Вот, добавляйтесь и напишите, что вы хотите в трейдерскую группу, в скайп-чат попасть, и вот там мы можем обсуждать абсолютно все. Дальше, что пишет Григорий? Как называется сайт, где показываются объемы крупных... Ну, Олег уже ответил, вот, дал ссылку, я надеюсь, это именно та ссылка. Секундочку, я проверю, вроде ответ, да, но... Открыть ссылку в новой вкладке. Что здесь? А, здесь открытый интерес. Мне кажется, немножечко не то спрашивали. Спрашивали вот эти COT, код так называемый, да? Да, на том же Финвизе видно, если вы объемы крупных мелких спекулянтов. Речь шла вот об этом. Я сейчас включу, вот, скажем, пшеница, вот код отчет, его так называют, крупные игроки, нет, это хеджеры, зеленая линия, крупные игроки, красная линия и синяя линия, это мелкие трейдеры, ну, на которые надо не обращать внимания. Что тут я еще хотел рассказать про свой счет и про пшеницу? А,
Да, вот, Commitment of Traders Code, так называемый. Максим дал ссылку. Ну, обе ссылки полезны, на самом деле, и открытый интерес стоило бы отслеживать и движение хеджеров, крупных и мелких спекулянтов. Я хотел еще счет показать, собственно, 149-104. Не то, чтобы мы сильно выросли, но вот теперь уже 148 900, но всю прибыль, которую я делаю на всех инструментах, отнимает сейчас пшеница. К сожалению, теперь я даже не знаю, что с ней делать, потому что вы видели гэп. Это не гэп, это просто следующий контракт уже, декабрьский. У меня сентябрьский, он как раз стоит где-то там 405. А следующий уже 429. То есть, если мне ролирование сделают, то я потеряю вот на этой разнице. Ну, а я открыл утром, обрадовался, смотрю, вот такая картинка на часовых, огромный гэп. Думаю, ну наконец-то пшеница выстрела, сейчас зайду, посмотрю в связи с чем, что случилось. А потом обратил внимание, что нет. То есть, вот 8900 она отнимает. На самом деле, меньше тут другие принесли. Ну, допустим, 3-4 тысячи здесь чистый убыток по этой пшенице. Ну, для одного инструмента, может, даже многовато немного. А если б не это, причем вне стратегии я это продал, у меня на коллах была построена стратегия, на обратном пути я решил заработать больше. Вот еще раз повторюсь, может быть, почти в том случае, когда я нарушаю стратегию, происходит самое страшное, самый большой убыток приходится именно на ту позицию, которая была вне стратегии, вне плановая, чисто, а, да не пойдет туда, да лишние 3000 не помешают там. Да, какой там 575 цена, до 450 мы не дойдем. Еще как дошли, даже ниже упали, посмотрите на weekly, нет, на daily лучше видно. Вот, у меня на колах была стратегия построена, очень даже неплохо, купил, продал, еще продал, захеджировался и на самом пике даже хедж продал дорого. А потом на обратном пути думал, ну 450, наверное, не будет, продам 450, и вот мы опустились чуть ниже. А теперь надо думать, что делать. Если это какое-то локальное дно, то окей, на обратном пути я немного отыграю, закроюсь. Один контракт закрою прямо по рынку почти в день истечения. Второй чуть выше, если получится, на остальные продам колы. Ну вот как-то придется выпутываться из ситуации, все-таки целых 3-4 тысячи, может даже 5 убыток приносит эта позиция. И причем и вне стратегии, да, не совсем так, как хотелось. До 150 я так и не дошел, очень хочу до 1 сентября увидеть здесь 150, но вот пока не получается. Хотя все отлично, еще в апреле было 107. Да, на вебинарах вы все видели, так что доходность неплохая, но вот динамика в последнее время медленная, будем думать, что с этим делать. Что у нас еще тут из позиций? По Тесле очень много построено, неплохо, пока Тесла будет тупить на месте, все будет хорошо. По нефти закрыл контракт на вот том росте, на выносе вверх, прикупил хеджи и две штуки, и все, дальше опять стратегия неплохо работает. По газу то же самое, пшеница немножко подводит, Nvidia, Netflix, Apple, ну это все старое, это все вы видели. Вот, и маржи 37 тысяч, так что можно дальше работать, и еще были бы идеи, были бы на рынке движения. Сезон отчетности у нас, наверное, заканчивается уже, ничего интересного не будет. И только с 1 октября снова начнутся отчеты компании. Вот это будет хорошее хлебное время. Так что нужно высвободить маржу. Так, у меня, наверное, все. Всем удачи. Обещал сегодня больше диалог сделать, но все равно получилось, как обычно, мне кажется. Нет, тут чат у нас был достаточно активный. Спасибо всем, кто задавал вопросы и писал. Думаю, со следующего раза еще больше будем склонять этот вебинар, формат к диалогу, чтобы было именно общение. Вы писали, я комментировал, вы что-то спрашивали. Всем удачи на рынках, ставьте стоп-лоссы, тейк-профиты. Увидимся в следующий вторник и все.